Сегодня мы готовим лосось под шубой. Смазываем лист фольги оливковым маслом и начинаем выкладывать слои. Отварная свекла, солим и специальный соус М. Отварная морковь, соль, перец, соус М. Отварной картофель, соль, перец и сметана, нет, майонез. Выкладываем копченый лосось и свежий огурец. И заворачиваем в рулет. Промазываем розовым майонезом. Посыпаем белком и желтком. Рулет убираем на несколько часов в холодильник. Режем порционно и подаем. Я уже засолил лосось, скоро вам покажу.